очень приятно, председатель колхоза «Месть Ильича» Иван Опанасович Кобыздок. Очень приятно, очень. Значит, Иван Алексеевич. Опанасович я. Опанасович. Ой, извините, пожалуйста. Аналогично. Да. Значит, Иван Алексеевич. Опанасович. А, да, извините. Аналогично. Да. Значит, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством. Это очень интересно. Да. И вот совсем недавно мы узнали, что вы опять стали разводить кроликов. Да вы что? Что, нет? А, ну да, мы такие. Нет, правда, да, да? Конечно, да? Конечно. Вот, мне интересно, почему? Я знаю, многие не хотят. Вы знаете, не хотят люди. Говорят, забот много. Вот. Понятно. А вы на забот не боитесь. Не плевать, а не такой, да. Понятно. Значит, Иван Сергеевич. Опанасович я. Ой, извините, пожалуйста. Аналогично. А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах нашим радиослушателям? А почему это сказать? С огромной радостью. Огромное вам спасибо. Дорогие товарищи радиослушатели, от всей души. Секундочку, я сейчас микрофончик включу. Вот этого делать. Спрячьте, пожалуйста, захувайте, потому что у меня ничего не получится. Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, то у меня... Голос отбирает, вот. Иван Сергеевич, вы не волнуйтесь. Опанасович. Извините, пожалуйста. Аналогично. Да не волнуйтесь, я вам помогу. Да я не волнуюсь. Вы поймите, мне нужно, чтобы вы сказали всего одну фразу. Потому что кролики – это не только ценный мех, но и там еще что-нибудь. Понятно? Понятно. Давайте, давайте. Приготовились? Поехали. Кроли! Это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко. Какое молоко? Какое молоко? Кролячье. Извините, с утра на молоко потянуло. Я же говорил, что ничего не получится, а вы получится, получится. Я все понял. Опанасович. Да, времени у меня нет, поэтому давайте сделаем таким образом. Я вам сейчас эту фразочку скажу. Так. А вы ее послушайте, запомните, и вот сюда в микрофончик просто повторите. Хорошо? Так вот так же надо было сразу начать, а то вы заскакиваете, как Котовский, и пейку сразу, ты же с ума сойти смог. Давайте, вы запомните или записать? Так что я дурный всю жизнь кончаю, слез академию не закончу. Хорошо, все. Вы такие... Давайте. Значит, давайте так. Слушайте, скажите такую фразу. Так. Одну. Ага, я внимательно слушаю. Решаю вас. Кролики. Ки. Это не только ценный мех. Х. Но и. И. Что? Что? Это три. Три. Четыре. Ири. Килограмм. Мы. Диетическое. Го. Легко усваиваемое. Мы. Мясо. Са. Все. Запомнили? Не ли. Что мне ли? Кролики! Это не только ценный меч, но и ценные... Так, стоп! Стоп! Вы читать умеете? Да вы уже вообще... Я буквы знаю все! Жи-о! Не надо дальше! Ага. Прочитайте! Усва-ива-имо! Все, прочитайте его бумажки! Кто это слово выдумал? Кошмар! Покажите его лицо, я его убью за это слово! Приготовились! Поехали! Слова выдумывают, гады! Друзья! Кролики! Это не только ценный меч, но и 3-4 килограмма диетического легко усваиваемого сала! Ну, записали господин Иванов Чикаг.